чем меньше человек присоединен к этому миру, тем больше у него развивается качество бина, понимания. Когда человек весь зацеплен на материальном, он все время думает о материальных вещах, то все его внимание постоянно куда-то зацеплено. Все время размышляет, там моя коза, там, где мой велосипед, этот мне отдал деньги, этот мне не отдал деньги, тут на работу. Его полностью все внимание постоянно прилеплено к этому миру. Если человек от этого отпускает себя, он говорит, да пошла на это коза, есть коза, нет козы, отдаст, не отдаст, все равно сколько там той жизни, да? А вот я лучше подумаю, как же Бог управляет миром, почему мне коза? И он начинает размышлять, его мышление, он пытается понять процессы, как оно работает, да, его коза не интересует, его интересует, нужна ему коза или не нужна вообще, кто эту козу создал. Чем меньше человек привязан к этому миру, тем больше у него развивается качество бина, это сообразительность, пробуждается вот свойство интеллекта, что он начинает понимать вещи.